Специалисты в области безопасности, в области угроз и вызовов, в области интеграционных процессов. Мы очень надеемся, что сегодня развернется деловое обсуждение вопросов, связанных с повышением необходимостью повышения безопасности Республики Армения, повышения уровня стабильности нашей страны, по преодолению существующих внешних и внутренних угроз и вызовов, по нейтрализации этих вызовов и в то же время по развитию интеграционных процессов и других форм сотрудничества, в первую очередь интеграции, углубления и укрепления союзнических отношений с нашим главным политическим, экономическим и научно-гуманитарным партнером Российской Федерации. Я примерно обозначил тему вопросов, которые мы сегодня обсуждаем. Для нас большая честь, что руководители посольств Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь сегодня с нами здесь, в этом зале. Мы очень надеемся, что сотрудничество Евразийского экспертного клуба с посольствами союзных стран будет все время развиваться, укрепляться и углубляться. И мы думаем, что наше экспертное сообщество может быть полезно посольствам, дипломатам братских, дружественных, союзных стран по решению многих существующих задач и вопросов, стоящих на пути развития наших двусторонних и многосторонних отношений. Дорогие друзья, я хочу сказать, что сегодняшний повод еще раз вспомнить и озвучить вопрос. На постсоветском пространстве уже много говорят о том, что не хватает во многих местах научного осмысления, анализа, систематизации знаний по евразийской интеграции. В нашей стране мы уже больше года говорим о том, Евразийский экспертный клуб, что было бы хорошо создать на университетских, на академических или экспертных базах центр исследования евразийской интеграции. Такой центр в Армении мог бы занять свою собственную, честно нажитую нишу и оказать очень большую помощь всем вузам, академической среде, экспертному сообществу и медиапространству в осмыслении и понимании этих вопросов. Мы призываем научное общество, сообщество Армении подумать серьезно над созданием такого центра и думаем, что один из лучших университетов постсоветского пространства, Армяно-Российский университет, мог бы стать со временем флагманом в решении этого вопроса. Очень просим вас обсудить эту возможность. Дорогие друзья, Паркев Сергеевич Аветисян сейчас здесь представляет ректорат, и у него большой доклад. Я хочу вот так гласно спросить, вы скажете два слова в знак приветствия или вы просто со временем на доклад? С удовольствием. Спасибо вам большое. Слово предоставляется профессору Паркеву Сергеевичу Аветисяну. Арам Валерьевич, я благодарю вас. Уважаемые друзья и коллеги, приветствую вас всех. Уважаемый господин посол Белоруссии, уважаемый господин посол Казахстана, уважаемые коллеги российского посольства, советника-посланника Павла Алексеевича. Уважаемые друзья, коллеги, действительно, мы в стенах нашего университета готовы с большой радостью вас принять. И думаю, что вот то, что Арам Валерьевич означил, что университетская площадка и платформа с точки зрения научного осмысления действительно является сегодня фундаментальной постановкой, потому что многие процессы, которые происходят, на самом деле во многих этих процессах не хватает научной подоплеки, и уважаемые коллеги, наши эксперты, которые сегодня представляют и принимают участие, конечно, внесут соответствующую составляющую. И хочу заверить вас, что Российско-Армянский и Славянский университет – это действительно уникальная площадка для того, чтобы мы и впредь, и в последующем имели бы возможность концептуально обсуждать те проблемы, которые касаются процессов интеграции, в частности, евразийской интеграции, других возможных моделей. Безусловно, мы стоим на позиции нового тесного взаимодействия с Россией, выработки новой концептуальной платформы взаимодействия, теснейшего взаимодействия, который охватывает и спектр безопасности, обороны, экономического развития, социально-культурного развития, образовательного пространства сохранения. Одним словом, наш университет действительно готов
тому, чтобы и впредь, и в последующем, значит, предоставлять свою площадку, тем более, что в университете сконцентрирован огромный научный и научно-технический потенциал, огромная аспирантская школа, молодых ученых. Одним словом, мы рады вас всех видеть, и спасибо за организацию такой уникальной встречи и круглого стола на нашей площадке. Благодарю всех.